Итак, посмотрели мы на третье место, посмотрели на второе место. Если честно, ролик, который занял третье место, мне понравился побольше. Но не я тут принимаю решение. И давайте посмотрим на чемпиона. Give it up. Fantastic. Well, that is your short film contest. Вот так. Победители шорт-фильм-контеста On the Cliff. Победил Killer Max, парень из Киева, который, в принципе, уже не первый год участвует. Насколько я знаю, он относится к тому ролику, который победил в прошлом году. И у нас смена.